Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Подписывайтесь на мой инстаграм. Сегодня необычный выпуск. Хочу просто с вами поделиться быстренько своими эмоциями. Смотрите, мы недавно были в путешествие, поехали в Крым. Там нас спугнула погода. Мы протусовались там один день и уехали обратно в материк. И вы наверняка слышали, что творилось в Крыму. Крым вообще под воду ушел. В итоге мы приехали в Краснодар, поняли, что здесь сейчас будет то же самое. И его нормально так подтопило, затопило некоторые районы. Но в тот момент, когда здесь это случилось, мы отсюда уехали. И когда мы ехали по М4, я Настеньке показывал, смотри, какие там облака и какие там тучи. Гроза была. Приехали в Москву, аномальная жара, сколько мы там неделю пробыли, аномальная, почти 40 градусов. В итоге мы уезжаем оттуда, в субботу выехали, в субботу вечером, точнее в воскресенье, как бы ночью мы уже тут. Сегодня понедельник, мы первый день здесь, включаю новости, все паблики на ютубе. Вот такая жесть. Москва, как и Ялта, ушла под воду. Посмотрите все эти сюжеты. Охереть, прикинь. Все, пожар. Ой-ой-ой, какая беда на проспекте 19-го. Ой, если не понял, гонул. Ой, там еще и смельчак какой-то пытается переплыть. Ужас. Там тоже вода. Но ее явно меньше. А вот здесь мы не видим. Народ прокладывает новую дорогу по газону. Так, похоже, наш дом в опасности. Это уже очень страшно. Посмотрите, что произошло. Рухнула часть своей почвы и сломался вход в подвал. И теперь туда вся вода, которая здесь находится в Москве, льется потоком огромным. Так, кто подскажет, что делать? Наш дом старый, он может вообще не выдержать. Да, это наводнение. Это... Опа. Ёбаный в рот! Слушайте, это, походу, лучшая история, которая вообще у меня была. Ну, пизда-то хули. Нет, еще не потушили. Вот отсюда берут воду, я смотрю. Ну, ребят, прохожие молодцы, помогают. Там из окон уже кто-то кидает вещи, переносит. Молодцы, прохожие. Не... Правда, конечно, страшно, не обрушится ли крыша. Вливаю. Я, ребята, не знаю, с чем это связано. Наверное, какая-то чуйка, что нужно оттуда, либо оттуда свалить срочно. Вот так. Ну и Москву, циклон этот жесткий не обошел стороной. Кстати, пока мы сюда ехали, сняли классный видос, ссылочку оставляю в описании, насколько сейчас жестко стоит М4. Да, кстати, мы там попали в ДТП, посмотрите этот видеоролик, ссылочка в описании. Пока.